Всем привет, с вами Автозвук, с вами Руками. Сегодня у меня на обзоре акустика компании Edge. И конкретно модель, ну тут сложнее вообще, чем у всех остальных. Тут надо просто попробовать прочитать или выговорить. Это модель Edge Pro 65C-E6. И сразу давайте прочитаю я вам характеристики, а потом покажу полностью коробку. Это 6,5-дюймовый динамик, то бишь 165 мм у него размер. Здесь написано Pro Audio Wideband Midrange. То есть что-то такое вообще для меня непонятно. Типа широкоиграющий среднечастотник, что ли. Вот так вот как-то можно перевести. Композитный подвес. Двойная волна на сураунде. Что-то такое. Короче, все по-английски, ничего не понятно. Для меня вообще-то темный лес. И просто у меня по-английскому была тройка с натяжкой. Ну зато мне понятно, что RMS мощность 130 Вт, а пиковая мощность 260 Вт. Минимальная подаваемая мощность 65 Вт. Все. Здесь указан еще сайт. С этой стороны то же самое. Снизу коробка выглядит вот так. Ярче, красочнее. Какой-то город, здесь трасса. Какая-то вертолетная площадка. Вот. Ну, красиво, конечно, оформили. Здесь черным, с такими как будто краской напшикали, а здесь какой-то город в огне, в каком-то непонятном, в закате что ли. Вот здесь вот немножко по-русски есть. Широкополосный среднечастотный динамик, ну как бы я в принципе догадался, но теперь по-русски прочитаем. Модель Edge Edge Pro 65C-E6. Производитель Midbass Distribution LTD, Tech House, Industrial, Топотак, Китай. Разработаны и созданы в Англии, производство Китай, импортер AAC Distribution, город Реутов, Московская область. Гарантия 12 месяцев. Все, больше я ничего не могу найти на коробке. Рассмотрел ее. Давайте посмотрим динамик. Вот такая бумажечка еще в комплекте есть. Это гарантийный талон. Требуйте в магазине, чтобы его вам заполняли, чтобы вы потом не мучились, не бегали, не искали ответственных. В коробке подставочка под динамик. В нее вставлен динамик, который в пакете. И все. Больше ничего здесь нет. Давайте рассмотрим динамик. Стандартная шестнашка или шестнадцатик, как некоторые говорят. Ну, у каждого своя манера выражаться, не будем. Значит, здесь пенка. Подвес из ткани или из композита какого-то. Я не особо специалист. Двойная волна. Диффузор из бумаги. Довольно-таки мягкий. Соответственно, легкий. Колпачок тоже подозреваю, что из бумаги. Четкий читаемый принт. Edge и название модели. Edge Pro 65C. И здесь колечко такое интересное, оранжевое. Оно из пластика, по-моему. Вид такой придает динамику своеобразный. То есть издалека можно понять, что это Edge. Таких динамиков я ни у кого больше не видел. Весь черный, посередине надпись и оранжевое кольцо. Вот. 4 крепежных отверстия, стандартно все. Далее видим корзину штампованную. Такое то ли полуматовое покрытие, но не антирезонансная, похоже, тоненькая такая порошковая краска какая-то. Но сама по себе корзина довольно-таки толстая, металл. Вот ухо согнуть могу, но с большим трудом. Вот это вот два ушка здесь, это видимо для прихомучивания проводов. Шайба довольно-таки упругая. Ход у динамика небольшой есть, но довольно-таки сложно надавить. То есть динамик
довольно-таки долго будет разминаться, и, скорее всего, мидбаса у него не будет. Тяжело ему ходить. Подводящие вшиты. Хочу вам показать, но что-то у меня не очень получается. Возможно, что будет видно, возможно, не будет. В общем, подводящие вшиты в шайбу, и потом идут через шайбу уже туда на катушку. Нигде их на диффузоре не видно, они внизу. Терминалы двойные, плюс-минус подписан. Хорошие терминалы, оба широкие. С лопаточками не нужно будет заморачиваться. Что еще здесь? На что хотелось бы обратить внимание. Флянцы довольно-таки массивные, одинаковой толщины. Динамик не очень тяжелый, но массивный. 15 мм примерно толщина магнита. Магнит довольно-таки большой. Но я видал и побольше, скажем так. На магните наклейки. Вентиляционного отверстия нет. Дополнительной вентиляции никакой нет. На наклейке у нас написано, что это Edge AdPro 65C, пиковая мощность, RMS мощность и минимальная подаваемая мощность. Все, на этом все у нас заканчивается. Вот так выглядит динамик. Давайте его послушаем. А, да, вот здесь еще на магните наклеена наклейка красочная. Здесь написано Edge, модель, Pro Audio, Midrange. Ну, то есть магнит полностью закрыт. Магнит видно только вот здесь, вот на ребре, вот этом выступающем. А так он полностью закрыт. Ну, симпатично сделано, ничего не могу сказать. Сборочка хорошая, нигде никаких перекосов, ничего нет. Хорошая, добротная сборочка. Все-таки, наверное, следят за китайцами. Если они косячат, бьют по рукам, наверное. Давайте послушаем этот динамик, сравним с чем-нибудь. Вот такой вот, ребята, динамик. Собран неплохо. Звук довольно-таки приятный. Немного не хватает середины. Сравнивал я его с Dynamic State PML16.2 и еще двумя динамиками. Если обзор вам понравился, ставьте палец вверх. Не забывайте. Это вот так выглядит. Не забывайте подписаться на канал, потому что я не собираюсь останавливаться. Будут дальше обзоры. Будут дальше тачки, будут дальше соревнования. Пишите свои комментарии, высказывайте свое мнение. Всем пока.